Неплохой буфетик, между прочим, 159, старенький, деревянненький. Немецкие стопочки оловянные. Очень, кстати, неплохие. Вот к ним такой стаканчик. Старое стекло немецкое. Хрусталь и шампанское. Хорошая вещуга, но жаль, отбита у нее. А нет, не отбита, ложечка должна была быть. Да, неплохо, кстати. Это винтаж, господа. Видно, для горчицы или еще для чего-нибудь. Ага, Розенталь. Классик розы. Вот. Маленькая тарелочка. 4. Это еще по нашим временам очень неплохо. Ваше здоровье, господа. 95-я проба. Кубки. Шикарные немецкие винтажные кубки. Прекрасный декор. Ваза. Ваза. Ваза — это смех и радость. Фирма фирмой. Восемьдесят девять. Угловая, резная, ореховая. Неплохая. Но это года 60-е, 70-е. Это не думаю, что это очень старинная вещь. Вот такой ансамбль, ребята. Но это огромная картина. Такое впечатление, что принт с дорисовкой. Ну, рама нормальная. Не берусь утверждать, но что-то есть какие-то у меня. Хотя вот домик чувствую вроде как. Но вот здесь. Да, этот принт с дорисовочкой, может быть. Вот красивая рама. Художник
91 год. Это вот 100% это нарисовано. 119. Это Вюрцбург, это мост. Рама классная. Рама классная. Мне даже рама больше нравится, чем картина, честно сказать. Картина так, знаете, с натяжкой, можно сказать. Тем более замок в тумане, это уже как-то, знаете, немножко. Можно же было без тумана нарисовать как-то. Туман все умеют рисовать. Вот такая вот картина, господа. Рама тут, конечно, мега. Сто девяносто девять. Махникс. Сбивают с ног, ребята. Просто сбивают с ног. Смотрите, какая рама, да? Вот художник. Это 76-й год. Это 25 акварель. Это 59. Хороший сервизик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Полный сервизик. Это польский. Красивая. Целая. Классная васка.
Винтерлинг. Легчайшая. Как еще она еще светится. Смотрите, какие цветы. Вот такой ансамбль. Красивый кухонный уголок, очень красивый. 189. Обалденный сервис, обалденный просто. Вот вам тарелочка с голубой каемочкой. И все на ней. И все на ней. Это Йохан Зельтман Воин Штраус. Вот, пожалуйста, такой сервис. Видела, да? Да. Столовый. Это один из братьев Зельтманов, ребята. Оба брата, оба очень талантливые, вообще продуктивные. Смотрите, какой столово-кофейный. Но здесь просто нет заварника, здесь нет чайника. Ну, тут есть терина. Здесь есть терина. Вот он здесь стоит 150 евро, этот шикарный. Просто шикарный сервиз. Тоже сервиз, это Зельтман тоже. Нет, это Эшенбах. Вот такой красивый. Большой. На 12 персон. Вот чудесный сервис, просто прелесть. Это Винтерлинг. Уже на 12 персон. Три сахарницы, ничего себе. Три молочника, два кофейника. Да, круто. И тут же
столовая его часть. Такая вот симпатичная тыринка. Она такая вместительная, между прочим. С виду небольшая, а на самом деле очень вместительная. Ого, еще какая-то контора Регина. Хорошая Регина, ничего себе. Удобная вообще, класс. Это что, для сырка вонюченького, да, так, опа. Дело в том, что от сырка не скроешься, даже если ты его накроешь. Если ты даже его накроешь, все равно, помню, как-то в машине мы ехали через границу с одной дружественной нам страной, и по-любому, как я ни паковал, как я его не кутал, просто был отпад. Поэтому от этого сыра я от него так не отделаюсь, господа. А вы и сами знаете, на что он способен, Райхенбах. Накрывай, не накрывай, а будет все то же самое. Да, здесь обилие, обилие. Удобное, кстати, вот это вот удобное, мы тоже пользуемся. Так взял пюре туда, положил, и оно вообще просто не подсыхает, вообще ничего. Супик вообще, просто прелесть. Трио 8.50. 8.50. Так, господа, это вам не телетели. Трио 8.50. Йохан Зельман, Воин Штраус. Хорошая фирма. Классная фирма.
интересный сервиз, интересная расцветка. Двадцатничек он стоит. Какой интересный фаянсовый, класс. Шейрингинг. Зельтман. Синее стекло. Английские розеточки.